Я приветствую любителей монтажной программы Filmora. Сегодня я делаю видеоответ одного из моих подписчиков. Вопрос: как работать в сплит-экране? Вот сплит-экран, вот варианты, как разделить сплит. Это разделить экран. Как вот в разделенном экране делается монтаж. Ну что же, давайте начнем. Для начала нам нужно вот сюда, в папку медиапроекта, загрузить файлы, те файлы, которые вы хотите поставить в сплит-экран. Ну, давайте мы загрузим импорт медиафайлы. Вот у меня я подготовил эти три файла, и мы его загружаем вот сюда, загрузили в программу. Ну, вот я назвал их, пронумеровал их 1, 2, 3. Берем их на сюда, на рабочий стол. Это 2. И берем третий, тоже сюда. Замечание. Хочу учесть, что вот этот размер у них должен быть абсолютно, длина должна быть абсолютно одинаковая. Это нужно обязательно учитывать. В данной ситуации у нас будет 3 видео, потому что мы поделим сплит-экран. Предположим, мы можем сюда, на этот. Ну, давайте возьмем вот сюда. То есть мы сделаем вот такой форме. Выносим его на дорожку. Делаем расширение. И сейчас мы будем по номерам. Смотрите, это номер 1. Берем просто отсюда и тянем, и бросаем на номер 1. Номер 2 берем и делаем на номер 2. Номер 3 берем и делаем на номер 3. И окей. Тоже окей. И что у нас получилось? То есть вы поняли, чем длиннее, видите, я здесь я убрал звук, а когда я бросал, мне надо было до того, как я бросил сюда в папку, удалить звук. Ну, ничего страшного, вы поняли, да, что желательно, конечно, убрать звук, потому что получается смешение трех звуков и получилась такая белиберда. Поэтому сначала, прежде чем поставить сюда, нужно сразу же удалить звук и потом поставить сюда. Ну вот, в принципе, вы поняли. Можно сделать длиннее. Это уже зависит от вас, какой длины вы хотите, чтобы было, чтобы здесь был, ну, длины это видео. Давайте я прикрою и запущу, пожалуйста. Вот одновременно 3 экрана. Так, у нас была короткая. Короткие по размеру. Вот и получилось, 3 экрана одновременно будет показывать. То же самое можно сделать на 3, можно сделать, пожалуйста, 3, 4, разные конфигурации, которые 6 экранов можно сделать. То есть это все работает точно так же, как и я показал. В принципе, все, что я хотел сегодня, то, что хотел вам показать. Был такой вопрос, я ответил. Если у вас есть вопросы по этой теме или по другие вопросы по теме Filmora, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте в описании, и я по возможности, конечно же, сделаю видеоответ. Всем желаю удачи, до свидания, всего хорошего. Друзья мои, не забудьте подписаться на мой YouTube канал и нажать колокольчик. Лучшие видео вас ждут впереди.